Людьми я только пел, но, по-моему, сейчас это самое важное выступление, которое у меня было. Привет, Москва! Я 93-го года рождения. Это тот год, когда наша страна освободилась от Советского Союза окончательно после путча. Кого? У кого? Родственников расстреляли, репрессировали, сослали в Сибирь. У кого? Да хренище у кого? Какого черта мы предаем память наших родителей или дедушек, бабушек, которые воевали за свободу этой страны? Которые плакали, когда пришла демократия сюда? Мы умнее наших родителей, мы умнее наших дедов. И мы приходим и каждый раз отпускаем власть просто скакать дальше и делать свое. Не могу материться, уж простите. Мы не можем им позволить это? Мы не можем им это позволить. В общем, я не хочу устраивать здесь кричалки, каким бы музыкантом я не был. У нас есть несколько повесток, очень верных, за которыми мы пришли, без которых мы не уйдем. Мы уйдем отсюда ни с чем. Роскомнадзор должен быть трансформирован как карающий орган, мешающий свободе. Свободе рынка, свободе слова. Жаров должен уйти, правильно? Да, все это должно произойти. Цензура в интернете должна исчезнуть. Пропаганда на телевидении должна исчезнуть. Да, а вы знаете почему да? Я вам скажу почему да. Потому что мы умнее наших родителей. Потому что мы можем позаботиться о себе. Это мы, власть. Это мы делаем экономику. Это мы делаем политику. Это мы решаем, что нам нужно, а что нет. Да! Мы сами разберемся со своей страной! Да! Никакой свободы врагам свободы. Никакой, абсолютно. И последнее, что я хочу сказать властям, которые по-любому это услышат. Нет, даже два пункта, хорошо. Мне безумно страшно сюда выходить, но мои родители сказали очень важную тему. Страх забирает половину жизни. Я свою половину государству отдавать не буду. Вы свою половину отдадите? Нет! Никогда! Нет! И еще. Гражданское общество давным-давно вылезло из утробы. Нас шлепают уже 24 года. Может, пора заорать? Да! Я не слышу вас! Да! И последний момент. Всем, кто является участником властной структуры, хочу напомнить. Либо вы обзаведетесь мужеством и скажете, что у нас монархия, либо вы наконец-то будете действовать по правилам демократии, потому что напомню, русские понятия не имеют, что делать с президентом. Ну, прекрасно помнишь, что делать с царем. Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.